Это не первая помощь, которую оказывают казаки жителям Украины. Как только начались боевые действия на юго-востоке страны, анапская казачья община отправляла машины с гуманитарной помощью населению тогда еще Луганской и Донецкой областей. Сейчас в детских домах Украины дефицит теплых вещей, продуктов питания и медикаментов. Основной груз собирали казаки района. Серьезную помощь в сборе гуманитарки оказали руководители предприятия «Меркурий-2», строительной компании «Фройда», анапского завода ЖБИ, организации «Центр славянской культуры», общества «Гаргипия», предприниматели и неравнодушные анапчане. Мало кто остается в стороне от чужой беды. Помощь будет только адресной. Собранные вещи и лекарства попадут в руки тех, кто больше всех в ней нуждается. Понимаем и знаем, какая там сейчас ситуация. Детки голодают. Мы едем по адресно. К нам пришли люди, дали адреса детских домов. Мы предварительно созвонились, так что нас там ждут. Перед отправлением казаков на Украину в Витязевском храме святого Георгия Победоносца состоялся молебен. Казаки анапской казачьей общины продолжат оказывать гуманитарную помощь жителям Украины.